Мобильный телефон в руке водителя – враг дорожной безопасности. Секундная потеря внимания – и произошло ДТП. Но, несмотря на очевидные риски, автомобилисты продолжают отвлекаться на гаджеты во время езды. Поэтому сотрудники ОГИБДД Ленинского городского округа решили лишний раз напомнить водителям – использовать гаджет за рулем опасно. Провели анализ, статистику подняли, и получается, что это сопутствующее нарушение, которое влечет за собой не только мелкие ДТП, но и ДТП, в которых страдают люди. Всего за 10 минут рейда с телефоном в руке попались двое. Теперь за опасную езду им придется заплатить 1500 рублей штрафа. Больше так делать не будете? Нет, конечно. Хорошо. Стойте, подождите, копию вам. Копию штрафа. Смотрите, оплачивать по этому номеру, либо этот одинаковый. И через 5 минут платят. Инспекторы напоминают, за рулем можно использовать только устройство громкой связи, не требующее участия рук. А лучше вообще остановиться и продолжить разговор в безопасной обстановке. Беспроводные устройства, либо подключать телефон на громкую связь без использования рук, либо подключаться к автомобилю, тоже что позволяет большинство автомобилей. А лучше вообще не разговаривать. А лучше остановиться, да, и поговорить, если уж это столь важный разговор. Однако о внимательности на дороге не стоит забывать и пешеходам. Ежедневно жители муниципалитета рискуют своей безопасностью при переходе дороги. Не снимают наушники и не отвлекаются от телефона. Стоит помнить, дорогу нужно переходить, только убедившись в отсутствии машин. Использовать гаджеты в этот момент нельзя. Они снижают внимание и увеличивают риск оказаться под колесами. Юлия Герасимова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.